have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки. Продолжаем путешествие по керамическому поместью. У нас есть еще один ключ, который мы сейчас реализуем. Поехали! Итак, что нас ждет тут? Я вон уже вижу баночки, которые нам нужно разбивать для открытия. Это можно вот отсюда вот все сделать, да? Нафиг тебя. Там душонка есть. Так, нужно вот сюда и вот сюда. Вот еще 100 душ. Ну, вот. И отсюда же оно открывается, да, нормально. Две, я не знаю, там... Ага. То есть он даже не целится, он просто бежит по одному вектору и дохнет. И нормально, хорошо. Семечка, кстати, она мне нужна. Я пойду сюда, значит. И убежал. Не-не-не-не-не-не-не. Уйди от меня. Все, я обоих убил. Видимо, да. Два опыта дали, значит, обоих убил. Хорошо. Ага. А, собственно, вон же банка, че. Я пока не совсем понимаю, как работает отражение, потому что, ну, как по моей логике, я отбиваю правильно, но игра такая говорит, фиг там. Ты, короче, этот вообще... Да. Ну, мне вон туда, все, хорошо, я понял. Интересно, может быть, что-то здесь еще будет, но я пока не вижу. Тут очень много таких неявных местечек. А зачем это было? Ну, допустим. Ну, хорошо. Сейчас верну себе стрельбу. Так, еще немножечко сейчас побегаем. И я думаю, прокачаем себе сегодня... Четвертый навык хотя бы на единичку. Я, по крайней мере, хочу на это надеяться. Рычаг. Ключ. Понял. Понял. Хорошо. Да, ну блин, я же... Мне же оно потом не даст покоя. Мне нужно все разбить. Это мне нужно отсюда выстрелить туда. Ну погоди, а вот эта лестница. Это же не просто так. Ключ я получил зажиганием, но... Посмотрим, что мне даст вот эта штука. Ай, блин. Протупил, бывает. Здесь же оно же ж не зря. А зачем? Это единственный способ сюда попасть. Все, я понял. Тут-то все перегорожено. Не нужно здесь спрыгнуть.
Это просто шорткат, это проход дальше. Все, спасибо. Файт. Был такой же чувак! Так вот эти чертовы горшки. Про горшки мы не договаривались. Валим! У-у-у. А давай вы не будете спауниться. Ух ты ж. Блин, попал. Валим. Тяжело. Тяжело, не спорю. А, ну это после... Ну, в смысле... Это уже прям... А это коротенькая прям дверь. Она обещала мне вечную жизнь. Но носить горшок вместо головы... Нет уж, обойдусь. Наша четвертая душа это. Это котелок. Это его четвертая душа. Только фишка в том, что мне придется с ним драться, или. Или он просто отдаст мне душу. Хочу ли я лечиться? Наверное, нет. Только если. Это же не вы устроили здесь погром? Я бы устроила теплый прием такому животному, что посмело обидеть моих деток. Я слежу за тобой, жнец. Ну, слежишь и слежишь. Пойду-ка я отхилюсь, наверное, другальки. То есть вот эта область, она, получается, была самой... короткой. Вот он сидит, да, надо будет к нему сейчас... Пойду отхилюсь, потом к нему подойду, потому что... Ну, как бы, ребят, я стараюсь играть внимательно, однако... Сказать, сколько у меня, интересно, душ-то? Насколько я душный? Как там было... Нет, вот так. Вот. А, 376. Почти что. Вот, осколки кристаллов, вот это красный, я еще не знаю, что такое, души великанов. Но это три души, я думаю, что ведьма, это будет еще что-то. Так, оружка. Вот, тут можно было почитать, оказывается. У нас есть ладан. В древности ладан использовался в ритуалах, чтобы помочь мертвым отправиться в новую жизнь, а также в бальзамировании, чтобы заглушить вонь тела. Этикетка сбоку. Ладан искупления. Отлично перебивает запах разлагающейся плоти. Суперски. И вот колечко, которое мы нашли. Старое обручальное кольцо. Этим кольцом владела керамическая ведьма, и подарили его покойный муж еще задолго до того, как вы зародились в яйце. Должно быть, она сняла его, потому что ее только ее тело сильно распухло. Такая участь грозит каждому, кто живет дольше отведенного срока. Она мне на самом деле напоминает ведьму из... Нет, не надо. Она мне напоминает ведьму из «Унесенных призраками». Кто смотрел? Так, ладно. Увенчались ли поиски успехом, друг мой? В особняке темно и еще полно странных созданий. Пожалуйста, смотрите в оба. У меня не было друзей уже целую кучу лет. Я очень надеюсь, что мы оба переживем это приключение. Но тут... Три. Живой жнец. Я жажду душ. Тут мы были. Тут мы были. Мне нужна откуда-то четвертая душа.
тут мы были. Вы же мне не предлагаете его бить? Должен признаться, боец меня такой себе, я предпочитаю садоводство. Я могу расправиться с самым колючим сорняком, но при виде меча чувствую себя не в своей тарелке. Но не позволяйте страху взять верх. Клювик, я буду неотступно сторожить эту дверь. Жажду душ. Я что-то где-то не увидел. Вот тут есть дверка лифта такая. Если бы мы зажгли бы вот эти вот штуки, мы могли бы туда, наверное, войти, что ли. Тут вроде ничего не было, это просто вход. Или не просто? Да, вроде как просто. Владение керамической ведьмы. Я ж был с той стороны, да? Был. Нет, все вот эти головоломки, они нужны были для того, чтобы пройти в замок. Нет, 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 я не там ищу, погодите. Вот это меня изначально и напрягало, потому что там отверстий 4, а входа было 3. И я подумал, что четвертую душу нам придется где-то доставать. Возможно, наш котелок будет четвертой душой. Но нет. Давайте я восстановлюсь. Самую капелюшечку, блин, не хватает, чтобы уровень прокачать. Жаль, я бы прокачал. И там, к тому же, следующие по 600. А почему у нас это такое ключевое место? Потому что тут секретки дальше. То есть у нас шорткат, не, наверное, не потому, что он такой длинный. Хотя, черт его. Тут явно нужно зажигать огонечки, чтобы эта штука открылась, но как это сделать, пока не предполагается возможным. Честно говоря, я немножко сейчас в растерянности. Может, ничего? Да, он говорит то же самое. То есть... Погодите, а где у нас был проход в другую сторону еще? Я говорил, что да, да, там проход в одну сторону, а проход был в две стороны. Ну-ка, иди нафиг. Это нам тоже не надо сейчас. Я где-то, по-моему, пропустил проход, да? Было такое. Сейчас я по-быренькому пробегусь. Погодите, ребят. Мне кажется, лифт был своеобразной подсказкой, потому что здесь-то у нас осталось еще два направления. Во-первых, тут есть ванночка. Уж не знаю, зачем. Очень странное место. А, вон, смотрите! Отражение. Отражение, видите, вон той штуки? Вон внизу. Ладно, я еще не до конца уверен, что мне с этим делать. Сейчас посмотрим. А тут что? Тут есть еще целый проход, да. Да, да, да. То есть... мы явно правильно идем. Так, а четвертое, а вот это отсюда.
Интересно, что за комната с ванной? Тут-то мы открыли. Я хочу пойти еще раз глянуть, что там такое. Я как-то случайно выстрелил, там разбилась какая-то штука. Но это же секретка. Видите, вот эта штука разбилась. Вот, может, вот это? Да, 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 смотри. И дверь была. Это явно секретка. Хорошо, что я сюда вернулся. Да, это вторая у нас второй зеленый кристалл, да? Или красный? Нет, это красный. Такого у нас как раз... Древний алтарь дарует вам осколок кристалла магии. Соберите 4 осколка, ваш запас магии повысится. Это наш первый кристалл магии. Как раз я вам говорил, что у нас красных еще нету. Черт. Надо было в отражение смотреть. Я вот сейчас очень сильно тупанул. Хорошо, хорошо, учту это на будущее. И тут у нас открылся обычный проход уже. Вот тут у нас и будет четвертая душа. Так, стрела у нас, кстати... Стрела на один разочек мощнее, чем удар. Потому что на них нужно 4 удара, но при этом 3 стрелы. Тоже, кстати, интересная математика. Вот эта вот картина выглядит так, как будто я бы ее поджег. Но не могу. Может, как-то лампу разбить. Ладно, посмотрим. Можно отхилиться. Тут много паутины, и паутина, мы же знаем, что горит, но... Давайте без... Сходу! На тебе урон просто! В лицо. Хорошо. Все, ребят, вы лопнули. А, то есть этих все равно добить надо. С этим чувачком... Блин, мне 400 опыта. С этим чувачком я, кстати, намастырился уже сражаться более-менее. Он... Скажем так, с этим чувачком и магами сражаться было проще. Вот почему здесь был лифт. Лифт это был таким своеобразным намеком, что этот уровень довольно длинный. И тут содержатся две души в одном проходе. Я начинаю сомневаться, что могучесть нашего лорда врат. Хотя уж слишком поздно, ведь меня уже давно больше нет живых. Это четвертая душа, ясно. Я требую душ. Угу. Так, позвольте-ка... А, вот и ты, кстати. Позвольте-ка мне узнать... Ну все, воронь, я тродье, хватит злоупотреблять моим гостеприимством. Сначала ты забиваешь голову всякими глупостями моему недалекому внуку. Это твой внук. Рассказываешь ему небылицы, а проклятие. А теперь смеешь заявляться сюда и разбивать мои чудесные вазы? Погоди, внук? Ну, горшкоголовый, да? Я ведь просто пытаюсь помогать людям. Если посмеешь зайти в мой подвал, то сильно пожалеешь, что твое начальство узнает об этом. Хотя у меня нет желания встречаться с этим чудаком еще раз. Какой нормальный человек будет носить замок вместо головы? Настоящая дикость. Кыш, воронье. Кыш тебе сейчас будет. На минуточку, наше количество магии это 4 вот этих вот белых штучечки, да? Четыре зеленых это хпшка, 4 белых это количество магии. То есть, по сути, собираем зеленые и красные, мы повышаем
Зеленые и белые. Пойдем, восстановимся. И заодно качнем себе магию, наверное. Но я хочу качнуть все. Мне нужно все. I want it all. I want it now. Так. Увеличивая показатели, вы повысите магический урон и улучшите особенность дальнего боя. Да. Хочу. Пожалуйста. Теперь все будет по 600. Скорее всего, потом по 800, по 1000, по 1200 или 1500 последние апгрейды будут, посмотрим. В общем, нам теперь нужно 600 для прокачки следующего уровня. Любого. Ну, хорошо. Меня, в общем-то, это устраивает. Мы становимся лучше, сильнее, быстрее. Это хорошо, это всегда здорово. Пойдемте посмотрим. Видимо, наверное, я так предполагаю, у нас будет Басецкий сейчас. Уж даже не уверен. Посмотрим. Так, Другалек, что ты мне скажешь? Теперь все пустоты сияют неземным цветом. Может, неземным светом? Ладно, путь свободен. Ах, если бы я только чуть больше смыслил в дверях. Перед тем, как вы пройдете дальше, Клювик, я бы хотел вам кое в чем признаться. Ты внук. Это старая ведьма, моя бабушка. Да-да-да, это мы уже поняли. Она по ошибке заменила мою голову на керамический сосуд в надежде сделать меня бессмертным. Видите ли, ее постигло огромное горе. Когда моего дедушки не стало, она вознамерилась уберечь нашу семью от смерти. Ну, навечно. В своих исследованиях она пришла к тому, что если заменить чью-то голову на сосуд, то этот человек исчезнет из книги мертвых. Я отчаянно сопротивлялся. Должно быть, во время борьбы что-то пошло не так, и заклинание применилось неудачно, как вы могли заметить. Теперь у меня котелок вместо головы. Боюсь, она прожила же так долго, что ее душа разбухла и поросла тьмой. Такое же не раз случалось на этой земле. Молю вас, жнец, положите конец ее страданиям. Пусть ее душа отправится в новую жизнь. Может, она снова обретет покой. А тебя кто обретет? Берегись, живой жнец. Ну, я так полагаю, что сейчас, да, сейчас вот начнется свистопляски. Или меня вернули домой? А, сундучок. Привет. Я хотел сказать, ну, вряд ли чего-то стоит ожидать плохого от сундука, алчность. Но, как бы... Блин! Да моментально просто навешали. Ладно, я там... Зря. Откуда я появлюсь? Ворота вопрошают. Еще раз? Конечно, еще раз. Ворота вопрошают. Так, вот эти вот... Мясорубки мне не нравятся. Надо сначала со стреляками разобраться. Все, хорошо. Минус. Ну, они же, вот, в общем-то... Ай-яй-яй, я же еще и поперся на него сам. Давайте, до свидания. Они просто бегут по одной траектории.
Иди сюда. Надо 4 факела зажечь, я понял. Хорошо. Вы долбанулись об стену! Да ёлки! Валим. Да отойди ты! Я понял, как это работает. Оно отбивается в ту сторону, куда ты движешься, а не в ту сторону, куда ты бьешь. Прими этот дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытания. Че я теперь умею? Че я умею? Умею. Че? Корона? Я теперь король ворон? Ха, прикольно. Получено заклинание огня. Нажмите. Это очень неудобные кнопки, ребят. Это кнопки, которые я подстроил себе под запись. Наверное, их сейчас пойду поменять, чтобы выбрать заклинание огня или заклинание стрелы. Все. Можно и обычными 1-2 это все менять. О, красиво. Да, получается, лук это наша магия. А прикиньте... я хотел сказать, прикиньте, мы бы сюда не пошли, но мы бы сюда пошли. И теперь я знаю, как зажечь те две штучки возле лифта, которые я сказал, что нам нужно будет зажечь. Все, теперь моя понимать. Вы думаете, все так просто? Вообще ни разу. Так, хорошо. А как мне теперь назад? А серьезно, а как мне теперь назад? Я не могу тут умереть, прикиньте. Или могу? Да, я понял. Минуточку, мне засчитают... Что, блин? А ты кто такой? Вижу, ты исследуешь старое офисное помещение. Когда ты работал в восточной секции, но потом познала истинную жизнь и бросила этот мартышный труд. Теперь я куда счастливее, хотя, должен признать, у меня был очень уютный офис. Зонтик? Нашли выброшенный зонтик. То, что нужно, чтобы сохранить перышки сухими в ненастную погоду. Вы можете выбрать его в меню оружия. Зонтик — это оружие? Ну, как бы да, но... Урон 0,5, урон 1, урон 0,8. Взмахи 3, дальность 2,5, 1,8. Вряд ли этот зонтик пригодится в бою, зато он точно поможет не промочить перья в сырую погоду. О, это интересно. Так. Экспо мне вроде не забрали. Я теперь могу через этот же подвал пойти. И дверь осталась открытой. Ну, то есть я, конечно, пожадничал, сходил за экспой, но мне теперь интересно, что дальше.
И как оттуда можно было выбраться? Вот что интересно тоже. Ну, то есть, разрабы же предусмотрели, как туда забраться через вот эту штуку. Да, экспы больше нету. И туда вниз за экспой тоже можно сходить. Отлично, 200 экспы на халяву практически. А тут что? А тут можно что-то почитать. Похоже на старый ежедневник жнеца. Нам приказали отключить ряд открытых врат рядом с местностью, где недавно был замечен необычный энергетический выброс. Ранее в этой области наблюдалась бурная активность, как-то связанная с членами комиссии, которые помогали ведьме с ее исследованиями. Приказ был исполнен сразу после оглашения. Я не знаю, что произошло с воронами, которые были по ту сторону врат. Сейчас все врата запечатаны, и невыполненный приказ на той территории закрыты вручную. Очень странно, но мне за это не платят. Лучше не задавать лишних вопросов. Ведьма заключила договор с кем-то с замком на голове из нашей конторы. На то, чтобы ей отдавали души. А, вот это место! Прикиньте, я вот чуть-чуть совсем вот не дошел. Вот это место. Похоже, у тебя полно душ. Откуда такое богатство? Я не видел столько энергии душ уже много десятилетий. Даже веков. Дружище, завидую молча, наверное. У меня есть теперь огонь. Ну что ж, вполне понятно, нам нужно идти к ведьме в подвал. Зажигать. И зажигать там по полной. В поместье. Хотя толку, если меня сейчас телепортнет типа к ближайшим вратам. Вот эти две штучки нужно зажечь и попасть в подвал. Хорошо, ребят, тогда получается, что к ведьме мы с вами суемся в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.